기분이 째져 Ay, who's the best dresser? 환경 배 미쳐 누가 제일 튀어 잘 되면 셀럽 못 되면 평생 we seller 내 개성은 시대를 안타까워 나는 세피 모든 게 다 세피 옷에 옷을 걸쳐도 브랜드 묻는 대리 I'm too sexy 헌집 주고 샌지 프리미엄이 붙어 2배 3배 4배 yeah. 나는 세피 Guys, всем привет! На связи Костяк Мотокрю, потому что, к сожалению, не все сегодня смогут присутствовать, но этот влог с похода на МК Джимми. Сейчас я вышла из дома, еду к Вете, совсем скоро мы с ней встретимся и пойдем занимать место, так что увидимся, когда я встречу Вету. Кто-нибудь удивлен? Я нет. Вета опаздывает. Я одна иду занимать на место, потому что если я этого не сделаю, мы вообще упустим все. Так что будем ждать опоздуна уже на месте. Мистер Поздун, здравствуйте. Очередь, чтобы занять место, кто где будет стоять. Вот это наше, собственно, это начало, и вот мы. И вон там вот продолжается. Угадайте, что? Зашел Джимми, а я не бубу. Плохой из меня блогер. А я еще такая... Самое веселое, что вот он уходит уже в сторону раздевалки, я такая... Я все проебала на весь коридор просто. И главное, тишина такая. Я все проебала. Мы будем запикивать? Не знаю. Зачем? Мастер-класс. Чего? Так. Справа, сверху. На себя левая сверху открываем. И обратно также левая сверху, и потом правая сверху снова левая. А крутить как? Левая. Нет, у меня что-то не сошлось. Сошлось. Но у меня нет. Ноготочки. Пофа, они сидели в очереди. Потом обратно сверху. Пусть идет вот так. Что-то на блогерском. Век живи, век учись. У меня так с ногами. Это бы, по-моему, вообще совсем. Вот так могу. Ну, типа, тут будет человек стоять, чувствовать будет, что людей прибывает. Эффекты. Мы получили браслетики Джимми in Moscow. У нас Эши к нашей дружной компании присоединилась. Какой я приемыш. Собственно, через сколько минут? Короче, через сколько-то минут нас начнут запускать. Через 10 минут запускают? А, через 10 минут, да. Walking with binges in your hands. If you a bad, bad, you better fuck it up with your friends. You better spin, spin. You better put that in my hand. If you a bad, bad, you better fuck it up with your friends. I wanna rich, I wanna go get 'em. I got my own bag. I'ma spend his dough. He want that ooh. This is ain't for cheap. Fuck it out. Put your money right where your mouth is. I'm a real. Make it storm, make it fall down. Sassy Lou, pick it up, you deserve it now. Tito, show me you came here to keep up. Boy, I want a brand new whip, just so I can blow out the speakers. You better walk in with binges in your hand. If you a bad, bad, you better fuck it up with your friends. You better spin, spin, you better put that in my hand. If you a bad, bad, you better fuck it up with your friends. You know the back end if I walk in. I need like 10 for the walkthrough. This ain't real, they be capping. Нас выбрали на первый селект. Он подошел и сам вызвал нас на первый селект.
Tell him no take it at all, I don't want you. Yeah, I'm a bad bitch, so I'm drunk off t- like now. He gon' give it to me, God, God, like how. Everybody tense, God, God, like wow. I'm a bitch. Теперь спокойнее, у нас перекур перед вторым классом. Перекур, блин, дудка у флексеров осталась. У нас перекур перед вторым УК. Такой хороший, такой маленький. Вот, вот такой, он вот такой. Даже ниже тебя. Ну я в ботинках, если я сниму, я буду ниже. А, ну... Ниже Джимми, вот это так. Вот, в общем, мы сняли, потому что нас выбрали... На первый селект. Типа, он ходил. И я выбирал. Я смотрела, такая думаю, сейчас Туси выберет. Он выбирает Туси, я такая, ой, какой молодец. Он мимо меня три раза прошел. Хороший выбор. А потом еще и на меня смотрит, я такая... Буквально, типа, первый селект. Жалко, что не было селекта с ним, типа, кто-то с ним, но... Мы были в первом селекте. Вот. То есть мы сфоткались, пообнимались. Он такой халюсь, не могу. Вот, фоточки прилипим в конце где-нибудь. Или после этого кусочка. Вот, в общем, посмотрим, что будет на втором классе. Это было супер. Я такой кринж на фотках. Да я тоже. Нет. Ты, она еще подходит такая, хай. Просто чисто я пытаюсь заговорить на английском. Она такая, хай. Что? И, в общем. Я кринж-мейкер. Мы супер вдохновлены. Замотивированы. Я твой русский. Перевод с Туси. Очень шумно, все на эмоциях, понимаю. Будем ждать, что будет на втором классе. Мозг кипит, память заканчивается. 50 минут. I'ma get no be so, girl you won't capture my soul. I'ma get no be so, make we one umbo lumbo. Peru pa, peru peru pa, I'm loose. Even Peru done de para. Do nothing Josie, I'm in Josie. Mon koni fun one Josie. I'm not playing with you, I'm not joking. My thought of mom is loaded. Me okin fago, but I'm on board. I'm on duty, but I'm on low key. They won't do me, they won't do me. They won't do me, cause they won't do me. When they won't want me, when they won't want me. I'm in San Francisco, Jami. When they won't want me, when they won't want me. I just flew in from Miami. Peru, para, Peru, Peru, para. I'm loose, even Peru done the para. She says she like my tune. She say me, I never seen a girl like you. Say you like my tattoos, tell me I want to be inside you. She's my woman, inside Puna, sweet like sugar. In my new van, come to me, yeah, they swim like tuna. When you won't want me, when you won't want me. I'm in San Francisco, Jami. When you won't want me, when you won't want me. I just flew in for the soul. We'll be right back.
очень темно, но мы не можем держать. Ну что? Во-первых, я очень сильно хочу плакать, потому что мне ответили на очень важный вопрос. Конечно, ответил он, типа... Элементарно просто такой, чувствуйте. Чувствуй, просто чувствуй. Просто такая, чувствуйте, спасибо. Слушайте музыку. Но... Я скорее ответила на твой вопрос, чем он. Ну, мне было очень важно это от него услышать, чтобы... Ну, он... понятно, что мы скованы языковым барьером, потому что он тоже не супер speak English. И мне кажется, на корейском бы, конечно, он сказал больше, но... То, что он сказал, тоже, типа, очень важно. Я плачу. А еще что у нас есть? У нас есть автограф. Есть автограф для команды. Он написал сначала неправильно. Почему у них у всех проблемы с буквой Т? Я не понимаю, ну, типа... Потому что в корейском особо ее нет. Там Д и Т — это одна буква. Ну, типа, в прописи. Я тебя собираю так же сделать. Я очень стараюсь сейчас не плакать, чтобы макияж не поплыл. Поздно. Очень много... Что, потек? Да. Очень много смешанных чувств, как положительных, так и отрицательных с точки зрения моих каких-то внутренних вещей. Но это определенно было нужно. Это огромный опыт. Это огромный, это колоссальный опыт. И поскольку не все мате были на классах, мы стараемся передать все то, что получили мы сегодня им, чтобы они тоже... хотя бы немного это, почувствовали, да. И немного выросли от того, что мы им передадим. Все. Чувствуем чувства. Не только хорягу, но и чувства.